Ребят, в этом видео я разыграю топовый самокат, поэтому смотрите его до конца. Давай, уже 6 человек. Кулачок, давай. Ломай, ломай! Друзья, всем привет! Я думаю, по названию и превью вы поняли суть этого видео. Сейчас моя задача залить сторис с локацией, в которой мы сейчас находимся. И первые 10 человек, которые приедут сюда, будут участвовать в моем видео конкурсе на дёрт самокат. Сейчас моя задача залить сторис. Начинаем. Ну что, ребят, кто хочет участвовать в розыгрыше на вот этот дёрт самокат? Первые 10 человек, которые приедут на вот эту локацию, метро Каширская, вон там напротив надписи «Садовники», мы сидим на скамеечке. Жду 10 человек. Все, ребят, я залил сторис, сейчас ждем 10 человек. Ребят, те, кто смотрел прошлые мои выпуски с этим дёрт-самокатом, он у меня постоянно разваливался, и в последнем видео он вообще развалился и не ехал. Я его полностью восстановил. И он полностью готов к новому владельцу. Поэтому победитель заберет хороший самокат. Ребят, короче, локация не прокатила. Прошло 30 минут, приехал один Слава, но он не будет участвовать в нашем видео, потому что все подумают, что это постанова. Но я хочу, чтобы настоящий мой подписчик победил и забрал дёрт самокат. Поэтому сейчас мы направляемся в кит-парк Садовники и там уже набираем людей. Я очень надеюсь, что сейчас по этой истории никто не приедет. Никто не едет в нашу сторону вообще. Все приедут в Садовники, поэтому направляемся сюда. Ребят, мы подходим к скейт-парку Садовники, народу просто человек 100, наверное. Я думаю, 10 человек мы точно наберем, каких-нибудь подписчиков, чуваков. Главное, чтобы не мои знакомые были. Погнали. Сейчас моя задача найти 10 подписчиков, которые будут участвовать в моем видео. Пойдем собирать народ. А ты на Инстаграм подписан? А на Инстаграм не подписан, да? Я только первый день катаюсь. А, да? Да. Не хочешь участвовать в нашем видео в розыгрыше вот этого самоката? Короче, будешь участвовать? Да. Окей. Сейчас на Инстаграм. Я нашел первого участника, который подошел ко мне сфоткаться, предложил ему поучаствовать в нашем видео. Жди тут, сейчас мы соберем весь народ и уже начнем. Хорошо. Будете участвовать в моем конкурсе, я буду разыгрывать вот этот самокат. Сейчас собираю 10 человек. Давай, сейчас собирайте. Привет. Собрали уже 6 человек, осталось еще 4. Будете участвовать в конкурсе на вот этот самокат? Будешь? Нет. Все, пойдете? Чуваки, короче, боятся, говорят, не знают, что будет. Но когда они узнают условия, мне кажется, они обрадуются. И, возможно, кто-то из них заберет самокат. Что, пойдете? 3 человека нужно. Бесплатный дёрт. Да, они что-то непонятно. Базы условия не простые будут. Нет, просто... трюки не нужно делать. Ну, давай, я иду. Ты идешь, ты идешь. Давай. И еще один человек нужен. Пойдешь? В общем, мы собрали не 10, а 11 человек. Сейчас пойдем ближе к пулу, и я им уже расскажу все условия. Ребят, давайте соберемся возле пула. Давай, давай, давай. Вон туда все. Только аккуратнее, аккуратнее. Все, мусорку спустили, сейчас я вам расскажу все условия. Так, смотрите, нужно встать в очередь. Первый, второй, третий, вот так вот. Посчитайте в очередь, ребят. Самокаты нам свои не надо. Самокаты можете отложить. Дай самокат. В общем, чуваки, смотрите, ваша задача отсюда вот так встает. Мусорку сейчас чуть поближе поставим. И вот так вот самокатом попасть в мусорку. Кто первый попадает, забирает дёрт самокат. Вот так нужно его кинуть. И попасть ровно в мусорку. Декой, декой надо. Ну, декой или рулем. Да, чтобы там осталось. Кто первый попадает, забирает дёрт самокат. И вы готовы? Да. Ребят, по очереди встаньте те ребята, которых я выбрал. Остальные уйдите. Маленькие дети, пожалуйста. Сейчас, подожди. Ну, просто вот так должен выбросить самокат, чтобы он сальтуху сделал. Не-не, вот так за ручки хватайся. И вот так вот, да, ногой кидай. Все, вставай обратно. Че, ты готов? Да. Давай. Тимур, самокаты обратно подкидываем. О, ну это было близко.
И сразу обратно в очередь. Следите за очередью, окей? Ребят, давайте, я думаю, у вас получится, потому что я уже пробовал, у меня получалось. Было близко, капец. Это девочка, которая катается на самокате, чтобы вы поняли. Как тебя зовут? Яна. Круто, давай, удачи тебе. Кулачок давай. О, ну ничего. У тебя будет еще попытка, я думаю. Блин, спасибо, ты очень классно очистил скейт-парк. Так, тебе сколько лет? Ой, капец, они сломали уже самокат. Мятина. Ладно, давай. Давай, давай, давай. Пока не кинешь. Смотрите, нужно, чтобы он сальтуху сделал мне. Вот так вот выбрасывайте его. Понятно. Но это надолго. Ну ничего. Он именно дек должен пойти или... Ну не важно. Он должен попасть в мусорку, потому что этот самокат говно. Стоп, стоп. Блин, это было близко максимально. Каждая попытка реально как будто попадут. Желательно ногой выкидывать, так проще. Ногой, да, ногой. Что, рукой тоже можно? Влад, а если он встанет вот так просто на деку? Не, он должен прямо в мусорку попасть. Ребят, дёрнь самокат вас ждет. Кто попадает, забирает его. Лоша? Серьёзно? Да. Офигеть. Я надеюсь, он выживет. Он уже весь погнулся, я хотел с ним еще видосы снимать. Так, уже идет примерно третий круг, второй, третий, не понимаю пока. Ой, стой. Стой. Так, чиним. Все, да. Ну ничего, не расстраиваемся. О, давай, ты уже третий раз закидаешь? Нет, второй. Второй? Сейчас я могу уже все. Это было видно. Как было видно пацанчику, я не представляю. Веришь в себя? Да. Ты попадешь? Да. Давай, поверь, твоей дано будет. Давай! Я под команде это видел. Ломай! 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 Капец, народу собралось просто. Все смотрят, всем интересно. Давай. Просто вот он победитель. Просто красава, давай печеню. Теперь твой дёрт самокат. Просто попал ровно. Ничего, он попал. Все, спасибо всем за участие, красавцы. Всем понравилось? Ребят, что стало с самокатом просто? А, он не едет даже. Он вообще сломался. Я не думал, что он так быстро сломается. Я вообще не думал, что он сломается. Поделим прочим. Не, обратно в мусорку просто тащить. Подписывайтесь на Влада Самокатчика, он топер. Так, еще раз поздравляю тебя. Спасибо. Красава, что ты сделаешь с этим самокатом? Руль себе на мой самокат поставлю, либо на тех дёртах буду кататься на нем. Ты будешь на дёрты выезжать? Да. Красава, тогда жду от тебя видео в инстаграме с отметкой. Хорошо. Ладно, красава просто. Удачи. Да. Все, ребят, будете еще участвовать в таких конкурсах? Да. Я не знаю, что делать с этим самокатом, он для меня очень много значит. И я думаю, единственное, что остается, это разыграть его среди моих подписчиков. Возможно, он кому-то нужен на память просто оставить, как раритет. Возможно, восстановить. Чтобы участвовать в этом конкурсе, чтобы получить самокат, во-первых, нужно быть подписанным на мой YouTube-канал. Второе, поставить лайк под этим видео и написать любой комментарий. И под этим комментарием оставить никнейм своего инстаграма. Желаю всем удачи, через неделю я его разыграю в своем инстаграме в прямой трансляции. Все будет честно, отдам настоящему победителю. На этом мой видос подходит к концу. Участвуйте в конкурсе. Всем пока!